Я когда-то увидела вот такую масштабную акцию по оздоровлению. Можно сказать, оздоровление, даже не побоюсь сейчас сказать, оздоровление, наверное, нации, потому что без ответственности за свое здоровье, без осознанного отношения мы с вами ничего не сделаем. И вот, кстати, ну, кто-то, наверное, сейчас случайно к нам зашел, я представлюсь. Меня зовут Шабанова Ирина, я нутрициолог с большим опытом, уже более 15 лет в этой теме. Не сильно люблю себя позиционировать нутрициологом, больше вижу себя помощником в выборе пути, в составлении карты здоровья, подборе продукции, как угодно. Ну вот я люблю помогать. И поэтому вот эта идея, которая у нас возникла вместе с Черменом, благодарю, еще раз благодарю Чермена за поддержку, за помощь в этой полномасштабной такой акции. Мы запускаем завтра марафон, который называется, я его назвала «Трансформация», потому что это начало, хотя это очищение организма. Но я считаю, что очищение организма – это первый шаг к здоровью, к осознанному отношению, к ответственности за свое здоровье. Потому что, смотрите, у нас мы живем в такое время, что, наверное, каждый здравомыслящий человек уже понимает, что нужно что-то делать. Потому что хватит есть таблетки искусственные, химические, хватит спрашивать у докторов, вернее, идти к докторам за здоровьем. Они просто, ребята, не знают, как быть здоровым, потому что, ну, они не знают, они этому не обучались. А профилактическая медицина у нас еще пока не развита, а традиционная медицина заточена на лечение, и они умеют, конечно, вылечить какие-то заболевания. Как правило, это острые, с хроническими заболеваниями тоже не так все просто. Поэтому ответственность на нас, и я хочу еще раз подчеркнуть, что первый шаг к здоровью – это очищение организма. И вот мы делали опрос в чате по марафону, и я как увидела, что очень мало людей делают это на регулярной основе. Чаще это, ну, один раз пробовали, а кто-то совсем еще не делал таких шагов. Поэтому моя задача сегодня вам рассказать, что же такое нас ожидает на марафоне, который стартует завтра. Нужен ли марафон вам? Вы можете задавать вопросы, вы можете задавать самые каверзные вопросы, потому что я понимаю, насколько важно, чтобы решение было не кем-то навязанное, да, а решение было наше, чтобы мы делали первый шаг осознанно и, повторяюсь, ответственно. Эти два любимых моих слова, которые я считаю, что можно сделать девизом этого года, 21-го. Итак, что такое марафон, трансформация и, можно сказать, первый этап, этап очищения организма. Мы будем делать программу очищения, которая называется, проходить с вами программу очищения, которая называется «Здоровье ЖКТ как основа». Эта программа разработана кандидатом медицинских наук Отделевским Вячеславом. Она нами уже апробированная более 10 лет. Мы ею пользуемся. Я лично сама прохожу ежегодно эту программу. Проходят программу мои близкие, знакомые, мои партнеры по бизнесу. И благодаря этому, кто меня знает, понимает, что энергии вагон, могу еще поделиться. Что же из себя представляет программа? Она рассчитана на 3 месяца, проходит, да, всех приветствуем, проходит таких 4 этапа. То есть первый этап – это подготовка к реабилитации желудка. Второй этап – это сама реабилитация желудка. Третий этап – подготовка к реабилитации кишечника и, собственно, сама реабилитация кишечника. То есть за 3 месяца вы будете иметь пищеварительную систему, систему выделения, работающую как часики. В чем преимущество этой программы от многих других методик, которые есть на рынке, которые
даже популярные. Вот я не поленилась, узнала про санаторий, который занимается очищением организма, и в чате я об этом написала. Стоимость базового, можно сказать, пребывания в санатории, где 7 дней тебя будут массировать, там прессотерапия, что там еще, клизмы всевозможные, в том числе под напором, которые я вообще исключаю, и потому что это вообще не физиологично. Вот это все такое, все эти манипуляции агрессивные, все-таки я хочу сказать, потому что это не физиологично, стоит неделя 179 тысяч. И я знаю, много знаменитостей пользуются, делают именно такое очищение. И, ну, наверное, это хорошо, но, наверное, это хорошо только как какой-то старт для чего-то, чтобы потом начать другую жизнь и, возможно, вот начать вот ту программу, про которую я буду говорить. Потому что если сделать чистку, вот чистка, мне слово не сильно нравится, вот это есть чистка, когда тебя там чистят, когда с тобой что-то делают, а потом выпускают, и ты опять идешь и делаешь то же самое, и кушаешь то же, что раньше, потому что за неделю никак не могут измениться ни вкусовые пристрастия, человек не может избавиться от своих привычек в пище. То есть, ну, мне кажется, это просто выброшенные деньги, если дальше не двигаться. Мы же предлагаем с вами, ну, мы же будем проходить с вами программу, которая будет постепенно, мягко приводить в порядок организм, потому что, еще раз повторюсь, все-таки система желудочно-кишечный тракт – это очень важный, самый важный, наверное, орган, ну, по крайней мере, самый первый, это то, с чего начинается. И постепенно приведя в порядок пищеварительную систему, у нас будет меняться все. У нас будет меняться качество кожи, у нас будет меняться, наши волосы будут блестеть, глаза сверкать, энергии будет море. Что еще? Прямо я так просто люблю эту программу и вообще люблю эту тему, что, например, мне прет, хочется вам передать свою энергию. То есть вы по-другому начнете чувствовать себя, вы будете свободны в выборе еды, потому что сегодня мы приходим в магазин, и часто не мы выбираем продукты питания, а нас выбирает вот этот пищевой мусор, который кричит со всех полок красивыми этикетками, и там, запахами, вкусами искусственными. То есть вы просто станете свободны. Это непередаваемое ощущение, когда ты приходишь в магазин, и ты свободен, ты покупаешь те продукты питания, которые ты понимаешь, что тебе, ну, нужны для жизни, нужны для деятельности, нужны для зарабатывания денег, а не для того, чтобы удовлетворить сегодня и сейчас вот эту сиюминутную потребность. Да? Вот эта программа позволит вам убрать вот эти зависимости. И она очень простая. Я буду на марафоне. В чем моя будет помощь вам? Ну, во-первых, любое какое-то такое мероприятие, особенно длительное, там не на неделю, а на 3 месяца, лучше всего проводить не в одиночку, потому что у нас иногда не бывает единомышленников рядом. И мы что-то начинаем, потом бросаем. А если это, да, нас много, то понятно, что это будет проходить намного-намного легче, то есть с поддержкой. И моя задача будет вас поддерживать на пути оздоровления. Я буду вместе с вами проходить эту программу, потому что я люблю делать это вот перед летом, весной, для того, чтобы подтянуть места кое-какие, которые женщинам часто не нравятся. То есть вы будете видеть вообще, как меняется ваша кожа, и не нужно будет даже никаких
дополнительных вещей, может быть, типа массажа. Ну, в возрасте, да, хорошо добавить массажик, будет вообще классно. А молодым вообще можно ничего не париться, не делать, все это будет на глазах меняться. Так вот, моя задача состоит в том, чтобы вас поддерживать, помогать. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, вы будете их задавать. Можно в личку, можно в чат. Я буду на них отвечать. И не только я. У меня будут помощницы. Это мои коллеги, нутрициологи и мои партнеры по бизнесу. Это девушки, которые давно уже тоже в этой теме. Я вам представлю их сегодня. Это Мария Калугина, которая проводит также марафоны. Она живет в Ницце. И, наверное, вот если так, Маша и Наташа, вы ко мне попроситесь, я вас хочу представить буквально по пару минуток, чтобы ребята вас тоже видели. Это Мария и это Наталья. Кто из клуба Бестуз уже ее знает, это член клуба Бестуз тоже, тоже нутрициолог с богатейшим опытом, с массой результатов. Она очень любит тему, как мужчин делать более мужественными. Вот. Нам будет помогать еще Юлия, которая также является моим партнером, моей такой правой рукой. То есть у нас еще одна Юля есть. То есть мы будем отвечать на ваши вопросы, потому что не всегда у меня получится. Я очень люблю разъезжать куда-то, меня там фигара здесь, фигара там. Вы не останетесь точно без внимания. Так. Итак, я сейчас кратенько расскажу, что будет включать из себя программа, а потом познакомимся, и немножечко я хотела бы, чтобы хотя бы пару человек, наверное, рассказали свои результаты, потому что есть ребята, которые уже прошли эту программу или проходят. Потому что мы не из бухты-барахты, прям я раз сказала, что это все будет круто. У нас уже есть люди, которые почувствовали и узнали, что это так. Итак, смотрите, программа состоит... Ну, во-первых, меня еще спрашивают, нужно ли себя как-то ограничивать в чем-то. Я скажу сразу. Очень не люблю вообще по жизни запреты. Очень не люблю насилие над своим организмом. Вот Света подтвердит, наверное, то, что я сейчас говорю. Я считаю, что самое важное, что мы можем себе для себя сделать, это себя полюбить, принять, и в том числе свое тело. И если мы сейчас начнем запрещать себе, начнем в такие жесткие рамки вводить, ограничивать, то, наверное, эта программа не принесет нам того результата и того удовольствия, которое она может принести. Поэтому, конечно, если вы исключите из рациона питания быстрые углеводы, если вы не станете есть там другой какой-то вот синтетической пищи, которая у нас, как я сказала, пищевого мусора, долгого хранения. Вот сейчас отвечаю на этот вопрос как раз, да, то есть если вы это исключите сладкое, исключите быстрые углеводы полностью или частично, конечно, это результаты будут лучше, ну, однозначно. Но если вы от этого будете страдать и страдать очень сильно, то мне кажется, что это неразумно. Поэтому по максимуму вы делаете все, что возможно, что вам комфортно. Если это прям тяга-тяга такая, да, то есть это же не просто так возникает. Может быть, у вас не хватает в организме хрома, а может быть, там живут наши такие непрошенные гости, которые постепенно, благодаря травкам, которые мы будем с вами применять в этой программе, они потеряют свою активность, а может быть, совсем покинут наш организм, и у вас уйдет вот это пристрастие к сладкому. На все есть причина. Любая зависимость это что-то не так. То есть кому-то не хватает удовольствия. В этом случае я очень рекомендую заменить просто сладкое не полезное на сладкое, на вкусное и полезное. То есть, но это уже индивидуальная работа.
Вы будете мне задавать вопросы в личку, если нам нужно будет что-то решить, вот такое прямо с вами конкретное. Смотрите еще раз, да, как построена программа. Я вас очень прошу, чтобы вы все, кто намерен пройти эту программу, заполнили, кто еще это не сделал, аналитические тесты. В чате все есть, в чате марафона. И еще раз прошу обратить ваше внимание. Вообще можете сейчас записать шаги, которые нужно будет пройти. Итак, вы заполняете аналитический тест. На самом деле он мне не нужен. Да, ваш тест мне не нужен, но я хочу, чтобы вы его заполнили и прислали мне для того, чтобы он остался у нас в истории. Потому что мы чаще всего к хорошему привыкаем очень быстро. И получается так, человек постепенно-постепенно меняется, прошло 3 месяца, и ты спрашиваешь у него, ну как, ну все нормально, а я вроде ничего не замечаю. Но когда достаешь этот тест, и человек подходит его, проходит его повторно, он видит эти изменения. И вот я хочу, чтобы вы прошли этот тест в самом начале пути, чтобы вы, кроме этого теста, взяли, написали в эту тетрадочку, блокнотик, может быть, файлик какой-то сделали, померили, измерили себя. То есть можете вес, можете просто окружность талии, ну вот какие-то такие замеры сделать, потому что программа она не нацелена на похудение, она не нацелена на снижение веса, но результат, как правило, такой результатом, что вы постройнеете. Вот, поэтому не будем делать на это акцент, но все-таки сделаем какие-то замеры. Зачем это нужно? Ну, это нужно для того, чтобы по окончанию программы мы посмотрели, у кого результаты будут самые крутые, самые интересные по отзывам, по ощущениям, по тесту, по замерам, может быть, по весу. И у меня для вас будут обязательно призы. И три человека получат шикарнейшие подарки, вкусные. Это вкусное полезное питание, которое вы точно оцените, потому что, опять же, у нас многие уже попробовали его. Вот. И... Вот, это на первом этапе. Сделайте, пожалуйста, делайте замеры, можете вес, ну, это не обязательно совершенно. Вот я люблю ориентироваться на талию, я люблю ориентироваться на окружность талии и на количество энергии. Это самые хорошие показатели, что только, какие только могут быть. Вот, то есть вы это делаете, присылаете мне, чтобы не потерялась в истории, этот тест присылаете, и дальше будет происходить следующее. Вы открываете, вернее, что еще нужно сделать? Открыть обязательно табличку, которая с описанием этой программы. И в этой таблице есть левый столбец, где расписано, я вот и тоже открываю эту программку, то есть это алгоритм реабилитации желудочно-кишечного тракта. И слева будет «если», и дальше ощущение. То есть смотрите, если вы чувствуете себя хорошо, если у вас все хорошо, и вы вообще не думаете и не обращались к врачам, и вам это совершенно не нужно, и у вас нет никаких... там неприятных таких ощущений в виде изжоги, в виде там запоров, в виде вздутия живота, начинаете делать программу. Это база, это 7 баночек, которые включает эта программа. Сейчас немножко скажу. Все нормально. Если у вас есть какие-то проявления, вы в табличке их увидите, то эту базу можно расширить. Тогда вы точно получите, ну, по крайней мере, вы так решите все свои задачи. Это я вам гарантирую, потому что ну, программа действительно, она простая, она понятная, она творит чудеса. Вот. Как же, вот я просто расскажу сейчас,
Что такое 4 этапа, чтобы вы не боялись, потому что многие так видят количество банок и думают, вау, что вы, я никогда такого не делала, это много. На самом деле, смотрите, как все просто. Первый этап, я для вас буду выкладывать видео, и сегодня я уже выложу видео, как вот это все делать. Да, как это все делать. Но вот сейчас просто скажу. То есть все очень просто. Две капсулки подарки. Это кора муравьиного дерева. Это природный антибиотик, который никогда не навредит вашему организму, но при этом избавит от, уже начнет избавлять от вирусов, бактерий и паразитов, и грибов, и много чего еще будет делать, да, и две капсулки вот такого, такой вот травки. На самом деле, вот мы иногда боимся БАД. А что такое БАДы? Это измельченное растение, часть, какая-то часть растений, в данном случае это кора дерева муравьиного, которая вот так находится в капсулке. Мы бросаем прямо эти две капсулы в горячую воду, немножечко постояла и добавляем чайную ложку хлорофилла, жидкого хлорофилла. И все это вот такой чай мы выпиваем за 20, 30, 40 минут можно до завтрака, то есть натощак утром, перед обедом и перед сном. Вот три раза в день. Просто. Но мне кажется, просто. 15 дней – это первый этап будет длиться. Второй этап – мы подарку заменяем HP-файтером. Но здесь мы не будем уже заваривать, только потому, что здесь перчик в составе, и некому будет... Иногда будет кому-то неприятно, поэтому проглотить. HP-файтер убирает Helicobacter pylori. И будет дальше продолжать работать с бактериями, паразитами, вирусами. Это второй этап. Вот больше я пока вам... Ну, хотя могу, конечно. Третий этап – это будет баночка комплекс каприловой кислотой. Это убираем мы грибы. И дальше идет четвертый этап. Это вот такие три продукта, еще плюс хлорофилл. То есть идет полтора месяца, ребята, полтора месяца идет сама реабилитация ЖКТ, потому что самое важное и самое главное – это заселить полезной флорой. То есть, как это сказать вам? Представляете, у нас площадь кишечника – это как два футбольных поля. И мы должны там вот сделать такой красивый-красивый ковер, который позволит нам потом усваивать все витамины, микроэлементы. И получается репейничек, состав. Все мы знаем, что такое лопух. Очень вкусная клетчатка. На вкус как яблочный сок с мякотью, с корицей. Представляете, вот такая вот и флора, полезная флора, которая будет разрастаться на клетчатке. И таким образом мы будем иметь здоровый кишечник, огромное количество энергии и крепкий иммунитет. Вот, казалось бы, что такое мы будем с вами делать. На самом деле, после грамотной проведенной программы очищения, 70%, а может быть и больше, уходят всевозможных проблем со здоровьем в виде экзем, аллергий, всевозможных волосы выпадали, например, можно там, я не знаю, перечислять можно и перечислять, но лучше, если вы будете делиться своими результатами в чате, хвастаться, что у вас произошло, потому что одно дело, когда я вам говорю, а другое дело, когда вы будете рассказывать, это намного-намного ценнее. Так, сейчас я посмотрю вопросы и хочу познакомить вас с девушками нашими. Так, я правильно понимаю, что мы с каждым этапом добавляем к тому, что принимали ранее? Нет, это вот, смотрите, еще раз, это первый этап. Все, мы это закончили 15 дней, приступаем ко второму. Дальше мы это закончили, приступаем к третьему. Вы не будете вагон есть что-то непонятного, не переживайте, все будет очень-очень легко и спокойно. Так, Наташа,
Просись ко мне, я хочу, чтобы хочу познакомить тебя с ребятами, чтобы ты сказала немножечко своего опыта. И, может быть, ты даже расскажешь свой результат, что дает тебе программа, потому что ты проходишь, как и я, ежегодно ее. Так, сейчас. Ага. Поэтому. Так, Наталья Кифер, моя коллега. Наташа, немножечко вот скажи ребятам, да, я правильно понимаю, что ты будешь вместе со мной помогать ребятам становиться здоровее, красивее, успешнее? Потому что почему я хочу для предпринимателей этот марафон? Потому что, ребята, ну кому, как не нам, быть с высоким уровнем энергии? Ну кому, как не нам? Мы же с вами хотим зарабатывать деньги, а как же? Да, я подключу обязательно тебя, Чермен. Обязательно. Наташ, пару слов. Да, всем привет. Слышно меня хорошо? Да. Меня зовут Кифер Наталья. Я давно работаю в сфере нутрициологии. И, собственно говоря, пришла я, потому что, ну, не в нутрициологию я очень серьезно углубилась именно тогда, когда были вопросы по здоровью в семье, очень серьезные вопросы, по первости с ребенком, неважно о том, что у меня мама была инвалидом второй группы по опорно-двигательной системе, и то, что я, ну, так скажем, не очень хорошо себя чувствовала, хотя ну, старалась какие-то врачебные рекомендации выполнять. Так вот, когда я углубилась вот в эту сферу, начали получать результаты не только мои близкие и родные, а и кошки, собаки, птички, те домочадцы, которые у нас жили. У нас всегда какая-то животина живет в доме. И потом я стала обращать внимание на то, насколько мужчины не следят за своим здоровьем, если женщина им не поможет в этом. Он нацелен, намечен на то, чтобы зарабатывать деньги, чтобы прокормить семью, чтобы все были одеты, обуты и так далее, да, чтобы у него был карьерный рост. И в лучшем случае он позавтракал это кофе с бутербродом, что-то такое, да, и в лучшем случае он ну, где-то пообедал. В основном это активный и очень большой ужин, так скажем, да. И, естественно, у мужчин, которые ведут активный образ жизни, ну какой активный, то есть активную работу, у них появляются животики, округляются, да, то есть, и я вот смотрю, насколько мужчины начинают мучиться рано уже, и артериальное давление начинает, вот перепады артериального давления, и самочувствие улучшается, потому что сил не хватает, энергии не хватает. Я слышу, как женщины жалуются на своих мужей. Да, Наташ, я понимаю, что ты можешь про мужчин много говорить. Давай мы более, значит, смотри, твой опыт, да, и лично тебе, как эта программа помогает, я знаю, что ты ежегодно делаешь, как и я, да, ее весной тоже, по-моему, да, вот что она дает тебе, потому что я сейчас больше хочу говорить о здоровье, потому что вот о болячках прямо не хочу говорить, они сами уйдут куда-то со временем. Давай мы вот сейчас об этом. Твой опыт и что конкретно дает тебе программа? Очень много появляется энергии. Энергия, высвобождается много энергии. Это блеск в глазах. Это совершенно по-другому мозг начинает соображать. Такое впечатление, как будто бы даже вот мозги просто почистили. Не тело, не организм почистили, а такое впечатление, как будто бы ясность ума наступает. И это правда так. Люди, вот кто у меня проходили эту программу, я в том числе, улучшается сон. Казалось бы, в чем дело? Шлаки и токсины выходят, межклеточная жидкость, она прочищается, так скажем, да, улучшается сон, за счет чего еще поднимается энергетический баланс, да, вкусовые пристрастия меняются. И это тоже очень важно. Не тянет на простые углеводы, не тянет на сладкое. Меньше люди начинают употреблять кофе. Почему? Своей энергии начинает хватать, соответственно, меньше вот этих всевозможных энергетиков. А кто-то уходит от антидепрессантов. Это тоже очень хороший такой результат. Супер, да. Супер, Наташ, спасибо. Значит, вот Наталья, прошу любить и жаловать. Она будет вместе со мной помогать вам. Мы будем отвечать на ваши вопросы, чтобы они не оставались без внимания, да, Наташ? Спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо за приглашение, спасибо. Да. Еще я хочу, да, вот Лев нам говорит, что спит. Хорошо тоже. Еще я хочу пригласить Марию.
Марию Калугину, если, Машенька, ты здесь, подключайся, пожалуйста, очень хочется тебя тоже представить. Маша сейчас у нас будет проводить с 8 числа другой немножко марафон. У нас есть еще марафон «Детокс 14». Пока я хочу Чермена пригласить, он рвется к нам сказать свой опыт, наверное, своим опытом поделиться. Маша, а потом ты, пожалуйста. И Маша, но я тоже могу за Машу. Да, ну да. Ну что, друзья, да, приветствую всех. Вы меня уже знаете, меня зовут Чермен Зотов, и я продюсер этого марафона, человек, который помогает Ирине стать самым известным нутрициологом страны. Я уверен, что это вопрос только в руках лучших страны. А что касается этого марафона, то на самом деле я в прошлом году вот выпил некоторые вещи, вот в частности вот эту штучку я пробовал под Арко, да, и некоторые другие вещи, и результаты были просто феноменальны. Вот, то есть самое главное достижение моей первой чистки в жизни, которую я прошел в прошлом году, это то, что на свет появилось прекрасное создание, да, которое зовут Ксения. Вот, я стал отцом. Кто не знает мою историю, целый год мы с женой пытались зачать ребенка, вот, и у нас не получалось. Именно пытались, да, такая, прям как будто была какая-то пытка себя, то есть мы пробовали все способы, мы ходили по врачам, и ничего не получалось. У нас был неудачный опыт, замершая беременность, мы очень сильно испугались, и после этого начали лечиться, но ничего не помогало. Вот. После этого нам посоветовали чистку, пройти чистку организма. Мы вместе с женой прошли эту чистку, и буквально через месяц после чистки, даже раньше, через 3 недели, появилась Есения. Ну, как появилась, да, мы смогли зачать Есению. Вот, и через 9 месяцев она появилась на свет. Врачи поставили ей 9 баллов из 10 по шкале новорожденных детей. Вот, и она, в принципе, достаточно спокойна, у нас небольшие колики, а так, в принципе, никаких проблем нет, она опережает своих детей, своих ровесников, она уже говорит агу, уже ползает, при том, что ей сегодня исполнилось 2 месяца. Вот, я считаю, что это главное достижение, и я уверен в том, что это результат именно чистки. Я не буду говорить, что только чистки, но на 70% где-то я думаю, что это результат чистки. Это первое. Второе, стало больше энергии. Я 5 лет не занимался футболом, откладывал, какая-то вот такая была фрустрация. Вот, после чистки я снова стал играть в футбол. Я в отличной физической форме, я похудел на 5 килограмм, я весил 72-73, сейчас 67, я себя отлично чувствую, я подтянутый, я делаю каждое утро йогу, я встал на лыжи, моя детская мечта, и все это благодаря тому, что вот появилось столько энергии. Эту энергию надо куда-то девать. Естественно, я ее делал не только на спорт, но и на бизнес. В бизнесе показатели начали расти. Вот, мы сделали тот результат, к которому я стремился несколько лет в прошлом году. Вот, и это, конечно, результат энергии. До 30 лет мы, у нас очень много энергии. Вот, скажем так, генетика, гены, родители дают нам определенное количество энергии, и мне кажется, что где-то в 25-30 она заканчивается, где-то примерно в этом промежутке. У меня она закончилась где-то в 29. Вот, и надо просто осознать, что до 30 вы идете на этой природной энергии, которая вам дается вашим родом, а вот дальше все уже зависит от вас. Топливо заканчивается, и все зависит от того, как вы живете, как вы умеете добывать это топливо, эту энергию. Вот, поэтому до 30 мы работаем с фокусом, мы не знаем, что делать, над чем работать, мы не знаем, кто мы. А после 30 мы начинаем работать с энергией, потому что ее становится в нашей жизни мало. Вот это я тоже осознал только в прошлом году, вот этот ключевой инсайт мне пришел, что вот настало время, когда с фокусом все хорошо, с инструментом все хорошо, я вроде бы все знаю, а вот энергии уже не так много, как раньше. И вот это надо понять каждому человеку, который вот этот рубеж преодолевает в своей жизни. Я хочу пожелать всем пройти этот курс, и не только самим, но и позвать своих близких, своих родителей. Я уже оплатил все вот эти препараты, которые у меня, вот эти БАДы, все, которые у меня находятся здесь.
вот, который я буду пить. Я уже все это заказал матери и отправил по почте. Это мой подарок, и я считаю, что это самый ценный подарок, который я сделал для своей матери. Не земельные участки, не шубы, не вещи, а вот именно это, друзья. Вот это самый ценный, самый дорогой подарок для ваших родителей. Продлить их жизнь. Продлить их жизнь. И вы знаете, что недавно умерла моя бабушка. Вот, и на самом деле проблемы у нее были как раз-таки вот с кишечником, с желудочно-кишечным трактом. И вот то, что писала Ирина, это прям вот в точности как раз-таки совпадает с тем, что рассказывали врачи. И я не хочу, чтобы моя мать, чтобы мои близкие тоже повторяли. Понимаете, вот это все. Я хочу, чтобы они прожили долго, счастливо, здоровыми. Вот, и буду звать всех своих близких, на самом деле, на этот марафон. Если не на этот, то на следующий я позову еще больше людей. Я в этом уверен. Спасибо тебе, Ирина, за эту возможность, которую ты нам даешь, за здоровье, за сотни людей, которые станут здоровее и счастливее благодаря тебе. Благодарю. Спасибо большое, Чермен. Кому-то нужно начинать, да, вот как в своей, в моей семье я это сделала, я первый шаг сделала, и сейчас вот у меня выросла моя дочь, ей 22 года, она вообще не знает, что такое лекарство. У меня внучке 13 лет, вот она сейчас заболела, первый раз ей дали аспирин, и то реакция была организма, не хотела она его пить. То есть, понимаете, можно жить без лекарств, можно жить, но здесь даже не в том дело, что мы должны ждать, когда закончится энергия. Самое правильное, если мы будем ее поддерживать с детства, нормальные витаминки давать, да, кормить. И у ребенка маленького тоже коликов не должно быть, ребята. Флора поможет, вот эта вот волшебная баночка, если ее давать новорожденному ребеночку, то не будет коликов. Поэтому, Машенька, я хочу, чтобы ты тоже присоединилась. Пожалуйста, подключайся. Хочу очень познакомить тебя с ребятами, потому что, вот еще раз повторюсь, Маша у нас проводит марафон «Деток-14». Это такая экспресс-программа, которую вы тоже сможете потом проходить периодически, но мне просто очень хочется, чтобы первый шаг вы делали вот именно такой глобальной перестройки. Более того, вот меня тоже спрашивают, можно подключиться потом? Да, мы сделаем так, чтобы вы могли осторожно посмотреть и подключаться с любого периода, просто вначале веселее, а в принципе вы можете подключаться и через неделю, и позже это все будет возможно. Моя идея, чтобы это делали вы не под моим там напором или кого-то, вы осознанный шаг должны сделать, то есть ответственный, понять, что это нужно. Маша, очень рада тебя видеть. Представься, пожалуйста. Всем привет. Я в дороге сейчас встала. Да, я понимаю. С вами пообщаться. Вот. Меня нормально слышно? Хорошо? Очень хорошо слышно и видно. Прекрасно. Расскажи немножко о своем опыте и что тебе лично дает эта программа, которую ты тоже проходишь. Да, добрый день, меня зовут Мария Калугина. Я предприниматель в сфере нутрициологии и здорового образа жизни. И все началось, кстати говоря, благодаря тому, что я прошла очищение. Это было почти уже 8 лет назад. Я решила его пройти просто по рекомендации, потому что я понимала, что с чего-то надо начинать как-то системно. Вот. А до этого просто накопилось на тот момент много проблем по здоровью. И мне еще не было 30, сейчас как раз Чермен говорил, вот, и этот момент, когда ты думаешь, боже мой, а что же будет через 10 лет, если я себя сейчас так не очень чувствую, вот, и решила пройти эту программу. На тот момент я была вегетарианкой, то есть я перешла на такое более растительное питание, потому что думала, что, это мне поможет, я там всякое начала читать, но видела, что изменений каких-то нету, и к тому же еще немножко даже и набрала на своем вегетарианстве в весе. И когда я приступила к очищению организма, во-первых, это действительно было самое легкое, что только можно представить из всех вообще возможных видов очищения какого-то, да, вот такой реабилитации именно желудочно-кишечного тракта. Я через уже буквально месяц, мне подружка какая-то говорит: «Маш, ты как-то похудела». А я вот не собиралась на самом деле худеть, я занималась здоровьем.
оздоровления. Я говорю, да нет, нет, не похудела, нет, тебе кажется, что-то меня стройнит. Когда уже там на второй месяц мне это начал говорить муж, вот, я такая, да, да, а вот потом сама вдруг увидела, что да, на мне уже стали свободные брюки, там как-то одежда по-другому, вот, сидит. И результатом оказалось, что вот через 3 месяца очищения я по 2 килограмма, получается, теряла каждый месяц, итого уже 6 килограмм ушло за 3 месяца. Но это еще не все. То есть после очищения я в принципе и так уже перешла на такое хорошее здоровое питание, и еще плюс 3 месяца мой вес продолжал уходить, лишний именно, да, и я избавилась от сложности от 12 килограмм, и это в размерах 2 размера одежды, и стала вот той самой легкой, какой я была когда-то, и это было очень приятно, потому что ты себе нравишься в одежде, ты себе нравишься в зеркале, ты что не наденешь, вся красивая всегда, и я помню, как я заходила в примерочные, ну, в магазины, просто брала одежду, чтобы ее примерить, сфотографировать себя и просто вот порадоваться за себя. Это был такой вот как бы для женщин очень приятный результат. Ну и по здоровью, конечно, были очень крутые результаты, один из которых – это избавление от хронического гастрита, который меня с 13 лет мучил, и я пропивала антибиотик каждый год, а потом гастрит возвращался. Так вот, после программы ЖКТ он у меня ушел. То есть я съездила тогда в Питер, я сейчас живу во Франции, вот, и все как бы вопросы по здоровью решала там, ну и, в принципе, предпочитаю. Вот, и я тогда пришла к гастроэнтерологу, в общем, сделала эту процедуру, где ты там эту трубку глотаешь. Вот, он посмотрел все и говорит, а чего вы пришли? Я говорю, ну как, у меня хронический гастрит, там уже более 10 лет. Он говорит, ну у вас все чисто. Я просто каждый год я делала эту процедуру, и каждый год мне ставили, да. А тут как бы, да, все замечательно. Говорит, ну, там парочку очишков, которые так косвенно могут указывать то, что было какое-то воспаление. Я была очень счастлива, потому что, ну, гастрит, кто знает, это боли, да, это вот боли периодически от еды, без еды, вечером, днем, вот по-разному. А почему я продолжаю проходить эту программу вот каждый год, я даже иногда 2 раза в год прохожу, иногда детокс, иногда вот программу, потому что вот в какой-то момент ты понимаешь, что есть то, от чего ты идешь, да, вот от болезни, а есть то, к чему ты идешь. И вот когда ты избавляешься от каких-то своих уже неприятных симптомов, то ты понимаешь, что на этом не заканчивается путь. Вот эта тропа к здоровью, она продолжается всю жизнь. И проходить профилактические очищения, вот эту реабилитацию, это значит поддерживать всю мою систему, все мои системы организма в здоровом состоянии. Потому что потом в дальнейшем даже если мне уже не нужно, грубо говоря, лечить там, да, желудок или что-то, проходят зависимости какие-то. То есть, ну, я не знаю, будет ли это хорошим результатом, если я скажу, но я скажу, что один из результатов — это мне просто организму просто перехотелось алкоголя. Вот, а понимаете, что такое жить во Франции с французским вином? Вот, ну вот перехотелось и все. Я его не стала мучить, и до сих пор вот уже много лет, ну не хочется, и все. Я там свою радость совершенно в другом беру. Там замброски выпью, толстика любима. Вот, то есть вот это один из таких вот классных результатов. Меняются рецепторы, вы переходите на более качественное, более люксовое питание, потому что организм, он хочет хорошего, он хочет, да, дорогого, но на самом деле хорошее питание, оно не так дорого, потому что ты просто не тратишь на булки, на лекарства и на всякую ерунду. Вот, так что вот такой вот краткий мой. Да, Маш, спасибо большое за твою энергетику, потому что прям я ее почувствовала. И, кстати, смотрите, ребят, что такое гастрит? Это
Ведь всем известно уже, хеликобактер пилори, да, это бактерия, которая вызывает сначала гастрит, потом язва, потом и можно дойти до онкологии. И вот такой вот состав HP Fighter, это травки, где есть, ну, состав-то вообще настолько натуральный. Здесь каинский перчик, здесь, там, что-то не помню уже, ну, в общем, гвоздика, по-моему, да, кора тоже муравьиного дерева, ну, то есть совсем натуральные такие вещи, которые избавляют от этой бактерии не с помощью, то есть мы избавляемся от бактерий не с помощью антибиотиков, а с помощью вот такой вот прекрасной баночки. Поэтому, да, спасибо огромное. Маша из Ниццы, я говорила, что у нас международная встреча, поэтому не обманула. Спасибо. Значит, Машенька тоже будет нам помогать. И, кстати, потом на программу Detox можно будет познакомиться с ее программой. Это будет, ну, уже дальше, вторым и третьим этапом. Спасибо, Мария. Я хочу еще пригласить, мне хочется поблагодарить Марселя и попросить его сказать пару слов, потому что вот это первый человек в Бестузе, который стал проходить эту программу у меня, и вот его результат, я его встречала. Марсель, ты можешь подключиться? Я тебя хочу представить, и чтобы ты пару слов сказал, потому что мне было очень приятно приезжать и через там 2 недели, через месяц видеть твои изменения. Я не знаю, как другие ребята видели или нет, но я видела и по качеству кожи, по цвету лица, прямо как ты меняешься. И я знаю, что у тебя есть результаты от этой программы. Хочется, чтобы ты сказал пару слов. Ты это делал первый раз. Вот скажи, пожалуйста, свои впечатления. Сложно ли это, да? Боятся ли ребятам проходить эту программу? И вообще, вот как это все у тебя проходило? Всем привет. Меня зовут Марсель. Ну, вообще, бояться не стоит. Там абсолютно ничего нет такого вредного, того, чего можно бояться. Мы вот начали проходить вот вместе с супругой, вот, и результаты, ну, колоссальные. Ну, как бы сами себя вот, ну, особо не замечаем. Вот, но единственное, что заметно, да, это вот прилив энергии, да, вот как-то, ну, как-то чувствую себя лучше стал. Я еще до этого, ну, принимал, как, ну, у меня часто голова болела, там, и так, ну, где-то раз в неделю я, наверное, нурафин точно пил. Сейчас вот последние 4 месяца я вообще не пью нурофен никакого. То есть у меня состояние улучшилось, у меня ощущение улучшилось, у меня энергии больше стало. То есть, ну, классно. Мы с супругой как-то на Новый год там пришли в гости к родственникам. Вот, там приехал Вова из Ростова. То есть мы его где-то год, наверное, не видели. Вот мы пришли, зашли в квартиру такую, он на нас смотрит с круглыми глазами. Что с вами произошло? Ничего. Вы, говорит, вообще, говорит, изменились. Я говорю, да ничего не изменились, как были, так и остались там. Чего тут гонишь-то? Вот. Он говорит, нет, говорит, вы, говорит, изменились, говорит, вы, говорит, совсем изменились. Вы, говорит, такие стали, говорит, светлые, вы, говорит, такие стали живые, говорит. Вы, говорит, ну, раньше были, говорит, такие, ну, такие, ну, серьезные, скованные, говорит, там, ну, не знаю, бледные ходили, говорит. А сейчас, говорит, вообще, говорит, живые, говорит, стали. Вот. Ну, классно, говорит, спасибо. Да, да, да. Вот, вот именно, да, вот именно поэтому я хочу, чтобы вы прошли табличку, эту аналитический тест, потому что, еще раз, мы к хорошему очень быстро привыкаем. И я очень часто слышу, когда говорят, ну, да, ничего, да вроде так же, а окружающие видят, да, и ты потом видишь, когда увидишь эту табличку через 3 месяца, поймешь, что с тобой произошло. Спасибо большое, Марсель. Спасибо, ты вообще крутой. Спасибо, Ирина. Ксюша, если ты еще не сбежала, тебе, я знаю, что надо было уходить, я хочу пригласить еще Ксению. Это нашу звезду, это человек, который делает шедевральный наш журнал «Я эксперт». Она тоже проходит программу реабилитации ЖКТ, и у нее, ну, фантастический результат, я считаю. Мне бы очень хотелось, чтобы, Ксюш, ты сказала пару слов, если ты здесь, пожалуйста, попросись тогда. Мне кажется, 5 минут, вот прямо очень хочется тебя услышать.
и увидеть, потому что когда я с Ксенией встретилась первый раз, если честно, она мне показалась какой-то грустной такой, знаю, как, что она себе представляет, мы делали с ней интервью, это божественная девочка, я не могу про нее говорить очень долго, потому что она очень чувствует другого, она замечательно понимает, пишет, ну, наверное, все, кто печатался, со мной согласится. Так, Ксюша, ты попроси, сейчас выйти, сейчас, вот, и я увидела такую грустную какую-то девушку, вот, с, действительно, с малым количеством энергии, у нее такие большие амбициозные планы, мне так захотелось ей помочь, и вот, Ксюш, пожалуйста, так, к вашему вниманию, Ксения Карловская, кто не знает, расскажи свой опыт, пожалуйста. Ирина, очень рада вас видеть, всегда рада, всегда радуюсь общению с вами. Большое спасибо Чермену, Ирине и всем девочкам за опыт, за то, что организовали этот прекрасный марафон. И вам на самом деле очень повезло, потому что это просто такая вот уже сейчас чувствуется просто такая мощная поддержка. Я проходила программу очищения реабилитации ЖКТ под руководством Ирины с помощью девочек. То есть у меня тоже была поддержка, но здесь, конечно, будет, я полагаю, мощный такой поток. Даже немножко завидую, потому что я уже на четвертом этапе реабилитации желудочно-кишечного тракта. С Ириной мы познакомились в мае, и еще в мае я узнала о том, что вот можно пройти эту программу. Но у меня были свои предрассудки, наверное, как и у многих, да, я не доверяла, читала, смотрела, присматривалась, и в результате, не знаю, я сначала влюбилась в Ирину, конечно, а потом в продукцию, потому что для меня очень важно, да, кто, ну, то есть сам человек, да, для меня важно видеть образ жизни человека, да, который мне что-то предлагает. Вот, поэтому на сегодняшний день я, Ирина уже сказала, да, о том, что программа творит чудеса, и я, честно говоря, мои ожидания не то чтобы оправдались, я просто вот в каком-то шоке, да, в хорошем смысле, потому что в свои 30 с хвостиком я уже была настолько вот, ну, мне казалось, что я вообще умираю, потому что у меня не было ни одного органа, который бы меня не беспокоил. То есть вот и Маша говорила, да, хронический гастрит, у меня постоянные мигрени, у меня постоянные боли в суставах. Я начала ходить в тренажерный зал и перестала это делать, потому что там, ну, силовые нагрузки, и мне было очень тяжело, и я не могла ходить. То есть у меня были судороги в ногах, то есть меня очень сильно сводило ноги. Ну, я не знаю, я не буду сейчас перечислять болезни, то есть это целый букет болезней, которые просто вот, да, с моей работой, ну, на самом деле моя работа очень мною любима и интересна, да, это общение постоянное с людьми, но вот эти болезни, они просто лишали меня всякой энергии, сил, да, и вообще желания что-либо делать. На сегодняшний день, ну, Ирина уже говорила, да, что процентов на 80, конечно, я буду продолжать дальше этот путь, но процентов на 80 мои проблемы со здоровьем, они ушли, и даже ушли те вещи, которые я не ожидала, да, какие-то аллергические реакции, судороги в ногах, когда сводит, да, все знаете, такими иголочками покалывает. То есть это, видимо, результат каких-то стрессов, нагрузок и так далее. Вот, ну и самое для меня, чему я просто не могу нарадоваться, это, конечно, мне очень комфортно, я себя ощущаю в плане, ну, вот, желудка, да, который меня беспокоил. Плюс я перенесла коронавирус в октябре месяце, испортила себе все антибиотиками, сожгла, да, так скажем. Вот, и была очень длительная, ну, 3 месяца, на самом деле, для меня это очень показалось сначала много и долго, потому что я не системный человек, у меня витамины, какая-то клетчатка стояли годами,
в тумбочках, да, и я даже не прикасалась. То есть они у меня есть, я купила, успокоилась, я знаю, что это полезно, но я этого не пила, и я удивилась, насколько вот я влюбилась в эту продукцию. Вот каждая этот, каждая капсулка, она по-своему пахнет. То есть это вот все настолько вот мною любимо на сегодняшний день, и я, конечно, не перестаю радоваться, и, конечно, я стала рассказывать о результатах своим близким. В первую очередь, это мой самый родной человек, мамочка здесь сейчас находится. Привет, мамуля. Вот, и она тоже начала сразу же выполнять эту программу. Они делали с сестренкой младшей моей поэтапно, то есть они были здесь вопросы, можно ли поэтапно, да, можно поэтапно, то есть первый этап купили, сделали и перешли к следующему, да, у кого нет возможности. Вот, и сейчас уже моей племяннице мама написала, что сегодня антипаразитарную программу начали проходить. Вот, то есть я очень-очень довольна, и я прям вот настолько болею душой, да, за то, чтобы как можно больше людей узнали об этом, потому что, ну, действительно, я устала от лекарств, и я просто, вот честно вам скажу, я просто уже молилась: «Господи, познакомь меня с человеком, каким-нибудь, не знаю, знахарем, кто занимается травами, чтобы мне уже, наконец, выбросить все эти лекарства». И действительно, я сгребла всю эту кучу, там, ножпа, цитрамон, куча-куча всего. Я просто сгребла это в мешок и выбросила. На сегодняшний день в моей аптечке совершенно другие препараты, которые абсолютно безвредны. И огромное вам спасибо. Вот я считаю, что вы просто изменили мою жизнь на 100%, потому что у меня много новых идей, много страхов даже ушло. Я вот всегда боялась прямые эфиры проводить с экспертами. А тут у меня прям, я проснулась, и вот хочется мне, да, и журнал как-то мне еще круче сделать, да, и эфиров больше. И, ну, то есть такая активность появилась, которой у меня не было. И я считала вообще, что энергия — это вот не надо почистить там какие-то внутренние проблемы. Я работала с коучами, с психологами очень много, и то есть там уже страхов уже никаких нет, проблем уже никаких нет, а энергии нет. Я вообще думала, что у меня что-то не так, да, я какая-то особый случай. Вот. А на самом деле оказалось, что мне просто надо накормить свой организм витаминами, травами, минералами. Вот. То есть спасибо вам большое. Много могу говорить. Да, Ксюша, спасибо тебе огромное. Мы можем заниматься духовностью, мы можем воспитывать себя, мы можем все что угодно делать. Но если мы не занимаемся своим телом, вот если мы физикой своей не занимаемся, то все это временно. Наступит момент, когда энергия закончится, и бегать от семинара к семинару, ее брать, а потом просаживаться. Ну зачем это нужно? Пусть это будет параллельно, да, когда мы развиваем себя и духовно, и физически, и любовь к себе начинается с любви к своему телу, к своей личности, и никак по-другому. И тогда вот почему я говорю, я просто очень хочу этот марафон, ну, я назвала уже, но я его хочу позиционировать как марафон трансформации. Очищение — это всего лишь один из аспектов, но вообще осознанное отношение к своему телу – это самое важное. И еще раз ответственность за то, что с вами происходит, что мы положили себе в рот. И смотрите, не бывает нейтральной еды. Я повторяюсь, но буду повторять это. Не бывает нейтральной еды. Все, что мы положили в рот, это либо плюс наше здоровье, либо минус наше здоровье. Поэтому если мы постепенно будем менять пристрастия, свои привычки, если они будут уходить, вот, если будут уходить из нашего рациона естественным образом быстрые углеводы и вредные какие-то составляющие, то нам захочется больше фруктов, больше овощей, нам захочется... Дети трясутся, когда видят лецитин, дети едят этот лецитин, потому что понимают, что это полезно. Если, конечно, мы детей не приучили к сладостям, если мы не даем им с рождения сладкую водичку, как часто бывает, это просто, я считаю, преступление, то, что мы делаем с нашими детками. Так, здесь спрашивают, сколько вам лет. Мне 61 год, в марте будет 62.
Вот, я себе 60 лет объявила такой тоже марафон, провести самое активное, ну, я хотела провести самый активный свой год жизни, получается уже второй такой год, и мне не остановиться, потому что хочу как можно больше полезного принести в этот мир, и в первую очередь хочу быть полезной именно предпринимателями, людям, которые предпринимают, готовы предпринимать в своей жизни что-то, они лежат, сидят на диванах и рассуждают о чем-то. Мне хочется быть полезной именно людям деятельным. Именно поэтому я в клубе «Бестуз», именно поэтому я в этом клубе, потому что мы несем идею бизнеса по радости, и я считаю, что если бизнес по радости, он должен быть в здоровом, чистом теле. Да, мы должны быть в таком... Пожалуй, все, что я вам хотела сказать. Детям можно программу эту, беременным можно эту программу. Это еда, ребята, это не препараты, это не агрессивное вмешательство. Ну, почему-то мы, когда деткам даем таблетку, которую выписал доктор, мы не читаем аннотацию к этому лекарству, мы не смотрим побочные эффекты. А когда касается хлорофилла жидкого, это сок люцерны, почему-то мамочки говорят, можно ли детям? Ну, ребят, давайте включать голову. Голову, да, и сами решать, можно или нет. Это нужно, это естественно, это на поверхности лежит. И если мы выйдем из этой матрицы, в которую нас всех посадили, то мы увидим простые, логичные, понятные вещи. И тогда нам будет вообще понятно, что делать в этом мире, и как жить, и с кем дружить, и как деньги зарабатывать, и на чем строить наш бизнес, наши отношения. Я безмерно вам благодарна, что вы поддерживаете эту идею, что мы вместе, и я думаю, что мы сейчас начало чего-то такого большого-большого. Благодарю вас. Сегодня я размещу видео, как можно... Как завтра уже вы начнете свое утро. Если кто-то еще не купил продукцию, не страшно, не переживайте. Здесь не то, что мы должны успеть быстро-быстро влететь. Самое главное, чтобы вы сделали первый шаг осознанно, и вы сделаете это, ну пусть через неделю, ну даже через месяц. Вообще не страшно. Главное, чтобы мы туда двигались. Спасибо большое всем. Люблю вас. До встречи в чате. Всего хорошего.